Всем привет! Я дома, мы дома, Дима еще спит, а у меня киевский завтрак с киевским тортом. Да, и собака, которая попрошайничает. Вот, я его так давно хотела. Вот она, зимушка. Я вышла на улицу. Дима остался дома, там кабельное телевидение, там сколько, 1000 каналов где-то. И он остался смотреть телевизор. Я вышла с мамой в магазин, потому что я хочу спечь торт. У меня у бабушки день рождения был вчера. И мы завтра будем ее поздравлять. Я хочу спечь ей торт. Снежок идет. Класс. Я уже соскучилась за этим. Нам очень повезло с погодой. Это могло быть так, что мы приехали, чтобы было слякоть. А здесь не слякоть, здесь минус один где-то. И комфортно, и снежочек. Вообще, я еще немного расскажу о полете нашем вчерашнем. Факты о аэропорте. Там очень-очень тщательно проверяют на паспортном контроле. Там проверяют все вещи, абсолютно. У нас раскрыли все сумки и все-все-все пересмотрели. Там на каждого человека по 5 минут уходит. А у нас с Димой было много сумок. У нас было сначала 5 сумок, с которых мы потом сделали 4 сумки. Потому что мы очень боялись, что нас штрафанут. Но нам повезло, и нас не штрафанули. Нам нацепили просто на все сумки наклейки. Типа, это маленький багаж, хотя он был не совсем не маленький. И все прошло. Но вообще, нам нужно было покупать специальное место для наших компьютеров. Доплатить по 10 евро за каждую сумку. Тогда бы у нас все было легально. Нам с Польши привозили сенкач, но это называется не сенкач, а шакотис. У нас в Украине продается. Катя осваивает новую кухню. Непривычно, тут много места. Да. А я сейчас свешу мне косточки достаю, потому что я буду готовить торт, который называется «Монастырская изба». Вообще мне больше нравится название «Вишневая горка», а вообще «Дрова под снегом». Три названия. Я тоже осваиваюсь, я смотрю футбол. И я давно не смотрел футбол по телевизору. И мы сейчас собираемся, и мы будем ехать в ресторан грузинской кухни. Да, кушать хинкали. И много чего другого непонятного на грузинском языке. Так что я буду выбирать по картинкам, а не по названиям, потому что я слаб в грузинской кухне по названию. Пришли в грузинский ресторан. Да, здесь очень красиво. Офигенно. Называется «Хмели Сунели». Здесь живая музыка, и я вообще не очень люблю живую музыку. У нас здесь очень классно. Хорошо поет. Цыпленок табака с чесночно-молочным соусом. Очень вкусно просто. Не хочется взять ложку, просто есть как суп этот соус. Он офигенный. Да, на самом деле здесь очень вкусно, нам очень понравилось. Особенно танцы. Вы видели танцы? Круто.
А мы сейчас зашли в паб крафтового пива 20 Синдикат. Купили себе пиво. Нам дали попробовать, оно очень классное. Так что мы модные, будем пить крафтовое пиво. Особенно я. Особенно Катя, да. Я люблю пиво. Твой любимый напиток, вроде бы раньше был. Да, когда-то в детстве. Да, в детстве пила пиво, сейчас уже все, перестала. Пришли домой, я обратила внимание только на Диму. Я отличник зато. Ты преобразился. Я учусь хорошо. Молодец. Пиво растовое. В общем, вино грузинское очень классная штука. Оно поменяло мою жизнь полностью. Боже, мы так наелись и напились, что я просто тут лежу на диване уже второй час и ничего не могу сделать. Я не знаю, как Катя там на кухне что делает. Ага, Катя ест. Я тоже. Покажи. Класс. В общем, такая вот у нас веселуха. Мы будем с вами прощаться, потому что я сейчас буду монтировать влог и ложиться спать. Катя будет допекать. В общем, всем пока, до завтра, хорошего вам дня и отличных вам выходных. Отдыхайте.